Этот репортаж мы снимали в Кузнецком районе в колхозе «Гигант». 600 дворов, более 1000 колхозников. Каждая семья имеет здесь личное приусадебное хозяйство. Мы познакомились с семьей Кожевниковых. Глава семьи Владимир Николаевич – механизатор. Антонина Тимофеевна работает в полеводческой бригаде. Двое детей. Сын Александр – колхозный шофер. Дочь Света – школьница. Ну вот сложно управляться таким хозяйством больше? Сложности нет управляться, потому что у нас корма есть, пожалуйста, косим сено. Главное условие – корма. В «Гиганте» этот вопрос решен так. Объемы производства фуража для личного животноводства заложены уже в производственно-финансовом плане колхоза. И каждый механизатор, например, при любых условиях получает по 3-4 тонны фуражного зерна в год. Определены места выпаса животных. Как правило, это балки, овраги, естественные сенокосы. Каждый колхозник имеет возможность на льготных условиях приобрести молодняк. Нет проблем и со сбытом излишков продуктов. В районе действует четкая система торгово-заготовительных пунктов потребительской кооперации. И еще одна деталь. Огороды и приусадебные участки обрабатываются колхозной техникой. Вот, например, как эти картофельные поля. В итоге у людей стало больше времени и для работы в колхозе, и для отдыха.